Sen ve Miran yanımda olduktan sonra bana her yer huzurlu. Ama burası gerçekten başka hissettiriyor. Dilan, seni çok seviyorum ben. Eksilmiyor. Günden güne artıyor sana olan sevgim. Ben de seni çok seviyorum Baran. Hep böyle olalım. Yan yana, huzurla, aşkla. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Бэрон сидят за столом, приготовленным к романтическому ужину. После того, как ты возьмешь барана Дилана за руку и ты и Миран будете со мной, для меня повсюду будет мир. Готовя ужин с Диланом, они посыпают друг другу лица мукой и мажут их. Они зажигают огонь на улице и сидят вокруг него, обняв друг друга. Они продолжают очень романтическую ночь, надевая наушники и танцуя. Бэрон говорит так, как будто он согласен с Диланом, но это место действительно кажется другим. Дилан, я люблю тебя очень сильно, она не уменьшается, моя любовь к тебе увеличивается с каждым днем. Во время танца Дилан склоняет голову на грудь барана и говорит: «Я тоже тебя люблю, баран. Давай всегда будем такими, бок о бок, с миром и любовью, пусть это никогда не закончится». В конце мучного боя они наполняются, и Дилан целует его в щеку. Баран отвечает, что это не закончится. Когда Бэрон обнимает Дилана сзади, он говорит, что невозможно не бояться, что этот момент будет испорчен. Сидя у огня, Бэрону пришлось нелегко, но все кончено, теперь есть только ты, я и наша малышка. Он обнимает Дилан, а затем наклоняется, чтобы поцеловать ее в губы. Утром ночи господин Кудрет звонит Барану и спрашивает, есть ли здесь незаконный охранник Нусред, и, повесив трубку, они остаются с Диланом лицом к лицу. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.